Представьтесь, как вас зовут? Дышин Сергей Акнофович. За что вы задержаны? Был задержан за мелкое нарушение в пьяном виде, в нетрезвом виде в железнодорожном районе в отделе номер 11. После установки личности выяснилось, что я нахожусь в розыске в Орджоникидзевском районе за мошенничество или хищение денежных средств с карты чужого человека. Понятно. А каким образом вы совершили хищение денежных средств с чужой карты? Подключил смс, ой, подключился к сим-карте. На сим-карту начали приходить смс-оповещения От от кого? Сбербанка. Номер 900 приходить начали смс-оповещения, что у меня на карте имеется личность, ну, денежные средства в размере 50 тысяч. У меня вот сложная ситуация, появился умысел, то есть путем сообщения перевести Ну денежные понятно. В средства общем, на вы свою карту. воспользовались, я так понял, своей сим-картой и банковской картой Сбербанка, да? Перевели с одной карты на другую карту денежные средства Онлайн-банк. онлайн-банкингом, правильно, да? Дальше что? За что еще задержано? В ходе разговора с сотрудниками милиции также было установлено, что 21 октября отдыхал в кафе «Рай» с двумя мне ранее незнакомыми девушками. После чего с одной из них я поехал домой провожать. После этого, когда девушка не захотела пойти со мной, я на Донбасской улице выхватил, Донбасской 37, выхватил сумку и побежал в сторону дома, в Иране. После чего сумки вытащил кошелек, сумку кинул под машину. С этим кошельком ушел домой. Денежные средства были 1500 рублей. Понятно. Деньги на что потратили? На свои личные нужды. Понятно. Где-то работаете? Да.